тут говорится туса. Воп-воп-воп-воп-воп-воп-воп. Много-много разных людей тут, типа, я не знаю. Сколько нас народу? Много. Нас человек 11. Человек 11? И Бэтмен. Если умножить на 2, так двоится у кого-то, то 22. Я веду прямой репортаж. Сегодня суббота. Реально очень тепло. Сегодня примерно, я не знаю, какое число сентября. Число, наверное, где-то 15 или 20 сентября. Тут как бы очень много людей из велопробега, из лайт-69, из ночных покатушек. Абсолютно посторонних людей. Ну, как бы, что я могу сказать? Самое главное, что люди реально прикольные. Со всеми интересно пообщаться. Даже Бэтмен с нами. Как бы, а вы где-то дома или где-то еще? Жаль, что вас нет с нами, но нам очень прикольно. Спасибо за прекрасный вечер, планета Земля, космос, Вселенная и немножечко пива, которое, ну и там и клюквенная настойка, и ром, и прочее бухло нам доставляют. Как бы музон. Офигенно круто. И дядя Ваня тоже с нами. Ну, народ как бы обхуярился в такое состояние, что все побратались и всем настолько охуенно. Блин. Музон. Как бы, я не знаю, звездное небо, я не знаю, нихуя оно не видно, блядь. Я тут кручусь вокруг своей оси. Диджей сегодня зажигает. Блядь, я сейчас упаду. Ребята, велосипедисты устроили небольшой пикник. Ха-ха-ха-ха. Какие нахуй ролики или коньки и так далее. Очень прикольно. Спасибо всем, кто здесь присутствует. Я не знаю, видно, не видно. А подсветки не хватает. Неона. Тут поддержка идет. Танцы, шманцы, обжиманцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, будет ли секс или инцест. Какой инцест? Мы же не родственники. Слушай, порево, порево сейчас. Танцы. Лицо. Андрей плюс Марья Ивановна. Асанна. Тихо-тихо. Вот так сближаются люди иногда, как бы, ну и хорошо. Хорошо всем. О, смотри, смотри. Смотри, бутылка. Ой-ой-ой. Так, попа. Видели? Жесть вообще. Я челюсть сломаю, нахуй. Илюх, поехали домой. Во-во. Что за орги? Смотри, голый. Реально, блядь, ничего. Я по приколу